Кто слово слушает? Я понял. А? Что нам не хватает? Что-то не хватает. Что-то здесь мы не срабатываем. Как это было главной причиной развала Советского Союза. Я думаю, что вы не обижаетесь. Вы были свидетелем с вами. Я был свидетелем, как развалился. Я участвовал в этом зале, съездил, как развалился Советский Союз. Тогда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам, внимания. Не учитывались традиции, обычаи, все остальное. Не оказали помощь, поддержку, развитие. Ведь сейчас люди куда идут? Вы вчера назвали 2 миллиона. Это не я хотел, но сегодня хочу сказать, не 2 миллиона. Это 2 больше миллиона наших граждан, которые улетают в Россию не только на заработок. Заработок не больше 600 тысяч. Через вас улетают другие страны. Вот посмотрим, в следующем году уменьшится на 50%. Потому что дорога закрыта. Вылетать не могут. И потом обучаются, лечатся. Но традиционно притягивают, они же жили в одной стране. Они идут куда? Ни в Иран, ни в Пакистан, ни в Саудовской Аравии. Там на еще делать и нас никто не ждет. Идут в Россию. 30 лет я свидетель. Он завтра сидит. Пускай не обижается. Я говорю, я не я сам с неба не провалился, я свидетель. Проводим бизнес-форум. Где? Мои коллеги не обижаются. В Астане Ташкенте. Как это было по Белорусской Республике. Киев. Белорусский Минск. Минск, Киев. Алмата, Ташкент. Остальные республики как были, я сам, давай молоко, давай хлопок, давай это, давай это, давай. И какой инфраструктур нет. Таджикистан был разделен на 3 части. Полгода. Север не мог дорогу посещать, подошел полгода там закрыть. Дорогу нет. Сейчас, почему? На какой-то несчастный бизнес-форум в Таджикистане мы умоляем, я дал поручение, министр иностранных дел, выходи. Но мы живем, я с вами даже говорил. Выходи на Верещука, на другие, чтобы хотя бы на уровне министра присутствовал. Нет. На уровне замминистра. Вот даже писал заслужил это. Стратегический партнер. А что? Ну что мы? Мы что, мы так поступаем? У нас обучается 2,5 миллиона школьников русскому национальному. Так учебники не хватает, учебники. 30 лет об этом не говорим, не хватает до сих пор. Учебники не хватает. У нас обязательно изучают русского языка с детского сада. Так? Что там мы делаем? Военные базы есть. Полигоны так как были, так и остались. Все, у нас спасибо, вы меня извините. 30 тысяч, сейчас мы не будем назвать их беженцами, перемещенным, пускай зашли, вернулись к нам. Они передают по всему миру. Вот это не мигранты, там не самые трудовые, самые. Смотрите, вот мы в Таджикистане так, показывают по всему миру и передают из Таджикистана реальную информацию. Ну, из нас сделали так, что мы страны, которые не знаю, не знаю. Да, малый народ, нас не 100 миллионов, не 200 миллионов, но у нас есть история, культура, мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали. Ничего не надо. Уважали. Мы не нищие. Мы не нищие. У нас богатая страна. Запасы минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева. Я свидетель, все бизнесмены из России только сливки. Что есть углеводородный сырье, нефть и газ интересует.
Нефть и газ. Давайте где нефть и газ там. А почему горнорудной промышленности? Святой металлургии. Так? Драгоценные металлы. Драгоценные камни. И очень много. И даже стратегическое сырье. Стратегическое сырье для военных, которые нет в мире. Я вам рассказывал, когда вы были у меня, по запасам даже Кисан занимает первое место. Никого не интересует. Ну да. Вот мы собрались, давайте создадим условия. Где? Где что-то мы нарушили? Где-то мы с кем не так поздоровались? Ну, здороваться будем. Но мы никогда не нарушали. Как мы всегда уважали, уважаем интересы своего главного стратегического партнера. Ну, хотим, чтобы нас уважали. Мы хотим, чтобы наравне с африканскими странами мы видим, с другими странами. А что, мы какие-то чужеземцы или какие-то самые, что ли? Ну, давайте. И вкладывать много денег не надо вкладывать. Вот в наши страны. Да, надо вкладывать. Надо вкладывать. Миллиарды, 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 которые можно... Можно это как бы за короткий срок окупается. Во всех сферах. Ведь наши трудовые мигранты к вам, приезжают к вам, они работают, а так просто не зарабатывают, они работают. Да, раньше было очень много проблем. Сейчас год за годом стало меньше. Я большой. Поэтому я понял. Все. На правах председателя. Все. Поэтому очень, ну для этого собрались. Поэтому, Владимир, я к вам очень, вот наша просьба, чтобы не было политики по отношению к Центральной Азии, как продолжился Советский Союз. У нас, у каждой страны есть свои проблемы. У каждой страны есть свои вопросы. У каждой страны есть свои традиции обучения. Надо вот найти золотую середину, надо работать с каждой из республиков отдельности. И вот собрал у меня вместе, хорошо. Регулярные проблемы, проекты, мы за. Мы никуда не идем. Мы соседи, близкие соседи. У нас очень много общего. Очень спасибо.